Good morning, бейба. Так, ребят, всех приветствую. Вас приветствует Усан. Ля, какие усища. Блин, хочу себе такие усища. На прохождение четвертой части. Убийство в Восточном экспрессе. Так, давай смотреть. Что это такое? Чашка чая с белым осадком бы на дне. Возможно, это снотворное. Да, Усан? Хорошо. Так, что ты мне скажешь? Ничего. Окей. Может, тебя поцеловать нужно? По-любому она хочет тебе поцеловать. Слышь, а она вам на Гермиону не похожа? Ну, так сбоку, не? Кажется, в ее лучшие годы. Если тоже похожа, то поставь лайкосик. Ага, вот. Мы сейчас чемоданом будем бить. Так, ну. Ага, парол. Нам нужен пароль. Ладно, давай смотреть. Что у нас тут есть с вами? Так, привет. Ага. Так, чемоданчик и пиджак проводника спального вагона. Без одной пуговицы. Понял, понял. Все. Больше ничего нету. А какой же пароль? Какой же пароль? Где мне тебя искать? Так. Не. Не подошло. Так, что это за рыбка тут лежит? Ну вставай, ну, ребаный шашлык. А ты можешь выйти? Нет, не можешь. Все, но здесь больше ничего нету. Я здесь все полностью обыскал. Вот видите? Ну да. И на форме ничего нету. И что мне делать? Что мне делать? Так, хорошо. Давай смотреть. Давай смотреть, что у нас тут с вами ждет. Тю. Тю. И что? И кто? А ты? А я? Так, ну это чашка чая, это понятно. А здесь чемодан. А здесь у нас с вами чемодан. У меня пароль чемодана. Так, а пароль от чемодана у нас какой? Кто подскажет? Нужно знать больше об этой женщине. Так, нужно узнать больше об этой женщине. Ее купе наверняка найдут какие-нибудь зацепки. Одна из четырех. Одна из четырех. Ну, одна это чашка. Или что это? А вторая, что я упускаю? Это что я, ребятушки, с вами упускаю? Ну подвинься, я понимаю, что ты важный. Ты этот, как его, директор направления. Но можно ли мне? Либо нельзя. Можешь... Это что такое? Это Моби Дик, да? Правильно, может, типа пароль, связанный с Моби Диком? Бля, это не Моби Дик. Что это такое? Только не ври, что я сейчас тут застряну. Так, ну здесь ничего нету. Кроме наших шикарных усищ. Ничего больше тут и нету. Так, какой здесь пароль? Что мне нужно делать? Так. Ну дай пройти, дай пройти. Дай пройти. Мадам. Донде стали библиотеке? Слышь, Гермиона, вставай. Тупо. Блин, можешь заново начать попробовать? Или это ничего не даст? Давайте попробуем нажать вот так. Так, купе 105. Ну там явно не 105 будет пароль, да?
Так, рюкзак, что у нас там есть? Усища есть. Загадки есть. Билет. Угу. Система. Продолжить сохранить главное меню. Не, нам это не нужно. Узнать больше об этой женщине. Пассажир. Главный убор и снотворное. Так. Ну не приняла ли его... Ага. Тупо. Тупо. Это все тупо. Я здесь вообще ничего не вижу. Я тыркаю, честно. Честно тыркаю. Ну, наверное, ничего не поменяется, да, если мы заново с вами начнем? И начнем с чемодана. Хорошо. Какой пароль? 3, 4, 9, 14, 12. Подсказок нет, а? Не, конечно, могу посмотреть в ваших интернетах пароль, но это тупо будет, согласны? Тут же мы с вами легендарный... Так, а нет, это мой пароль, мне трудно их запоминать. Так что... Серьезно? Все так просто? Четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Поро, вы меня разочаровали. Я так думал. Вы быстро управитесь. Впрочем, вы тут эксперт. Так. Пробовали 0000. Так. Если чемоданчик заминирован. Так, 0000. А что если чемоданчик заминирован? Че ты на меня орешь? Так, попросить не шуметь. Бук, прошу, помолчите. Вы правы, простите, не буду шуметь. Вам нужно сосредоточиться, я больше ни слова не скажу. Бук, еще чуть-чуть. И на борту Восточного экспресса случится еще одно убийство. Ага. Quiet, please. Так, какой же пароль? Как говорится, не поверите, пароль у нас тут, знаете, какой? 86-249. Не знаю, почему такой пароль, но... Но это таки правильный пароль. Поздравляю нас, поздравляю. Так, посмотрел я, как говорится, в ваших интернетах. Ля, это эта кися, которую мы собирали. Помните картинку? Та же плюшевая игрушка, что и на фотографии, найденной на месте преступления. Какое совпадение. Похоже, на мадемуазель Лук собрала информацию о семье Ричард. Так, дело, да, Ричарда? Мадемуазель Лук интересовалась убитым. Ну, конечно, изучала свою цель. Возможно. Possibly, possibly. Та-та шо-ля. Уп-уп. Судя по жетону, Джоан Лок — детектив из Америки. И служила в биршевском отделении полиции штата Массачусетс. Полицейская из Америки? Ах. Здесь есть полис. Уп-уп. У нее есть пистолет. Ну, разумеется, Пуаро, у преступников часто бывают пистолеты. Ратчет зарезали, они застрелили. Зачем ей тогда брать пистолет в поездку? Ну, если она полицейская, у нее сюда есть оружие. Так, водительское удостоверение подтверждает ее личность. Она из Америки. Оно фальшивое, я уверен. Смотрите, она просыпается. Неудивительно, вашим стараниям даже убитый проснется. Я? Что? What you do say? Голова болит. Зачем вы кричите?
Кто вы? Назовите хоть одну причину, почему мы не должны заковать вас в наручники. Я готов назвать ее прямо сейчас, Бук. У кого из нас есть наручники? У меня вот нет. А у вас? Ну, я... Вы должно... А, вы Джоанна Лок? Да, Джоанна Лок. Я детектив отделения полиции штата Массачусетс. Массачусетс. Я нашел ваше удостоверение, мадмуазель. Я вас знаю, мистер Пуаро. Раз мы уже закончили со знакомством, может перейти к объяснениям? Я постараюсь. Все довольно просто. Я иду по следам убийцы. Прикольненько, что-то новенькое. Ее в фильме не было. Если не ошибаюсь, по-моему, в фильме не было детектива. Так, Эркюль Пуаро — один из самых знаменитых и самых долгоживущих героев Агаты Кристи. Он появился в 33 романах, 2 пьесах и 50 с лишним рассказах. Вышедших. После 5 лет в патруле меня наконец-то что-то там повысили, да? Армстронг так нужен быть хоть кто-то. Так, я приехала только оформить кое-какие документы. Да ты шо, ля, мы теперь детектив. Так, что это? Так, топографическая карта в этих горах зачастую... Важнее дорожный. Так, ладно, давай. Но, по-моему, в фильме не было детектива. Ну, либо я ошибаюсь. Так. Дейзи Армстронг. 3-летняя девочка, дочь Джона и Сони. Жертву похитили 24 февраля. Так, похищение произошло в доме, где это время принимали гостей. Хорошо. А красивая малая, да, такая? Расследование уже похоронено под горой других дел, а капитан прислал меня, чтобы просто уточнить несколько деталей. Так, под окном спальни девочки была обнаружена приставленная лестница, при помощи которой Дейзи выкрали из дома. Серьезно? И никто не заметил чувака, блядь, с лестницей? Ну ладно, ладно. Окно обычно заперто изнутри, обнаружено открытым. В лесу около дома были найдены следы мошенки. Так, выпиши преступление. Откуда похититель узнал, какое окно ведет в ее комнату? Что к нему можно... Можно еще быстрее текст читать? Так, орфографические ошибки. Они вернули ребенка, получив выкуп. Ну, давай еще раз. Орфографические ошибки сделаны намеренно. Так, показания. Мы проводили мероприятие по сбору средств для местного музея. Пришло много людей, мы не всех знали и вдобавок были очень заняты. Как преступнику удалось выкрасть ребенка, если в доме было столько людей? Так, ты кто? Так, представь, не могу, как больно родителям Дейзи. И каково им будет узнать, что у меня нет ответов. Только новые вопросы. Вот и причина моих визитов. Или чертов сбой программы, или кто-то нажал на кнопку... На кнопку «Удалить» вместо «Сохранить». Как бы там ни было, показаний няни у нас больше нет, и весь мой вклад в расследование — повторно опросить ее. Окей. Список телефонных звонков. Хорошо. Последний набранный в 911. Так, ознакомьтесь с делом. Все сделано. Взять показания у мисс Моро. Все, выходим. Та ты шоля. Гермиона, ты? Вот это вот тебя, кажется, жизнь потаскала. О, а можно как в пабге мячик? Нет, нельзя. Ладно. Не больно уж и хотелось. Я сюда все равно пришел сюда взять.
показания с няней. Нак-нак. О, здорово. Добрый вечер, полковник Армстронг. Да, вы детектив, о котором нам говорили по телефону. Джоанна Лок. Я вас не помню. Мне недавно поручили это дело. Давно было привлечь к делу больше людей, да? Моя жена Соня, она с вами своя, каждый день для нас сущий кошмар. Скажите, что у вас появились новые зацепки. Я пришла поговорить с няней вашей дочери, у нас возникла проблема. Ее показания были утрачены. Вот как. Мы делали, что... Делайте, что нужно. Если понадоблюсь, я буду неподалеку. Читаю, ребят, как могу. С такой скоростью, с которой, как говорится, я могу. Сказка обернулась кошмаром. Хорошо. Я так понимаю, нам нужно будет с вами сейчас все это, как его, осмотреть, а потом делать выводы, да? Так, идем. Это, наверное, комнатка малышки. Розовая. Бонжур. Так. Так, Ирушин замок. Когда я была маленькая, у меня был полицейский участок. И патрульная машинка. Ага. А у меня только, как говорится, прибитые игрушки к полу. О! Усища. Так, блестящие усы. Правда, они золотые. Миссис Армстронг, меня зовут Джоанна Лок. Я детектив, расследующий похищение вашей дочери. Могу поговорить с вами? Когда должен родиться малыш? Миссис Армстронг? Соня Блейд? Да, это ты, я узнал тебя. Я не хочу разговаривать. Я просто хочу снова увидеть дочку. Больше мне ничего не нужно. Бедная женщина, я не представляю, каково ей. А ведь еще второй ребенок на подходе. Я бы хотела помочь, но я приехала взять показания у няни. И не могу найти слов, которые облегчат бы боль Сони. В смысле, тебе больше ничего не надо? Ну, тебе как минимум нужно дышать, есть, пить, какунять, писюнять. Так, мир глазами ребенка кажется таким счастливым. Ну ладно. Не хочешь со мной разговаривать, и до побачення, правильно? Тоже мне. Так, нажмите Tab. Хорошо, пропавшая дочь. Тут все в порядке. Ха, я все-таки неплохой детектив. Да-да. Жопа, конечно, ни о чем, но как детектив ты вообще прям 10 из 10. Так, ладно, давайте будем искать с вами няню будем искать с вами. Так, ты походу няня, да? Вам не кажется, что у нее руки как-то непропорционально длинные? У кого руки до колен достают? Так, сейчас, погоди, мы с тобой поговорим. И ручный поезд, я сейчас на настоящем. Я сейчас на настоящем, ага, понял. Так, Лион, во Франции? Какой красивый город. Good morning. Здравствуйте, вы Сюзанна? Да. Я Джоанна Лок, детектив, расследующий дело Дейзи. Есть какие-то новости? Боюсь, что нет. Чем я могу помочь? Мне очень жаль. Не боюсь, придется снова просить вас. Так, у вас возникли проблемы с компьютером. Ваши показания случайно удалились. Конечно, я помогу всем, чем смогу. Окей, события вечера похищения. Расскажите мне о событиях вечера. Армстронг устроили вечеринку, чтобы собрать деньги для музея, кажется. Миссис Армстронг у них в совете. Я присмотрел за Дэсси и весь вечер играл с малышкой. Играла с ней, читала вслух. Она не могла заснуть из-за шума. Гости постоянно приезжали и уезжали. Какой у нее прикольный акцент. Когда вы заметили, что Дейзи пропала? Я отошла всего лишь на 5 минут, чтобы позвонить маме. Она в больнице. Когда я вернулась, кроватки Дейзи не было. Я подумала, что она пошла взглянуть в вечеринку, но потом заметила на подушку записку с требованием выкупа. Я закричала. Я не могла остановиться. Я все кричала и кричала. Из-за этого, наверное, у тебя руки так вытянулись, да?
Так, вы больше ничего не заметили? В конце концов, она уснула. Я больше никого не видела, никаких странностей их не заметила. Так, есть подозреваемый? Нет, я не представляю, кто способен на такое. Амстронги такие хорошие люди, они мне как семья. Спасибо, что дали повторное показание. Свяжусь с вами, если возникнут еще вопросы. Буду рада помочь. Так, у меня есть показания Сюзанны, но их надо проверить. Так, проверьте показания. Так, хорошо, Амстронг устроил вечеринку. Показания последний раз я... Ага. И шо? Тут все в порядке. Так. Так, выберите элемент, опровергающий показания. Это сведения не соответствует. Сюзанна сказала, что оставила Дейзи на 5 минут, но Мимс Рамс говорила, что какое-то время посидела с Дейзи, и Сюзанна вернулась, да? Да, Гермиона, ты права. Ладно, идем. А куда идем? Точнее, куда мы бежим? Так, мистер Амстронг. Скажите, у меня плоская жопа, да? Согласны? В принципе, как ваше лицо. Ну ладно. Так, как вы? Как вы держитесь? Знаете, служа в армии, необходимо сохранять железную выдержку. Война в пустыне быстро научила меня этому, но сейчас это тяжело, это чертовски тяжело. Моей супруге, конечно, приходится труднее. Вы знаете, где я могу найти мисс Моро? Ее комната наверху, напротив комнаты Дейзи. Она редко покидает ее. Вы видели мисс Моро во время вечеринки? Помню, что видел ее... И один раз, помимо этого, нет. Я был слишком занят гостями. Улыбался, пожимал, протягивал руки. Хорошо. Я ненадолго. Не торопитесь. Не торопись-ка, да? Так, комната напротив Дейзи. Так я же вроде уже ее просил. Или мне нужно... Или что мне нужно? Но напротив Дейзи, это вот напротив. Или нужна мне еще раз... Ладно, давай вернемся. Здорово, мистер Фантастик. Чисто тупо с фантастической четверки, да? Так это миссис Фантастик. Ну, в принципе, все. Я сделал все, что мог. Может, обратно нужно подойти к этой, как его... К маме? А ну, давай зайдем еще раз. А ну, поговоришь со мной? Так, показать фотографию Дейзи. Миссис Амстронг, позвольте, я покажу вам кое-что. Дейзи, малышка Дейзи, я так по ней скучаю. Как же хорошо снова видеть ее личико. Не представляю, как вам сейчас тяжело. Она так любила свою маленькую плюшевую игрушку, Пушистика. Она повсюду брала его с собой. Похитители ее тоже забрали. А могли бы и не взять. Это значит, что они ее не обидят. Ведь правда? Мы расследуем каждую цепку. Даю вам слово. Спасибо вам. Я должна сохранять надежду каким-то образом. Я знаю, мне не поручали искать новые зацепки, но я дала слово и собираюсь его сдержать. Вы знаете, где я могу найти мисс Моро? Она у себя. Последняя дверь налево. Так, расскажите мне о событиях того вечера. В особенности то, что касается вашей дочери и Сюзанны Моро. Я ухаживал за гостями. Но увлечила... Так, улучила минутку заглянуть в комнату Дейзи. Сюзанны не было, а Дейзи спала. Я посидела с ней минут 10. Сюзанна не возвращалась в комнату, пока я была там, но она не должна сидеть там всю ночь, пока Дейзи спит. Я вернулась вниз. Могу вернуться, если возникнут вопросы? Разумеется. Все что угодно. Так, показания Сони и Сюзанны стоит перепроверить материалы дела
Давай пересмотрим материалы дела. Так, я должна вернуться, выберите еще один элемент, который прибегает показания мисс. Так, Соня Армстронг позвонила. Ага, хорошо, позвонила. Отличная детективная работа. Я сейчас натыркал, ребят. Я что-то с вами натыркал. Все? Можем возвращаться? Или не можем? Или все-таки можем? Так, а ну поговори со мной. Так, я ненадолго, не торопись-ка. Понял. Не торопись-ка, давай вернемся тогда к этой... К сиделке. К миссис Фантастик. Так. А ну. Показания. Если я правильно понимаю, вы ушли от Дейзи до того, как она уснула. Вечеринка была очень громкая. Дейзи перевозбудилась и не могла заснуть. Я прочитала историю, чтобы уложить ее. Наконец-то Дейзи уснула. Как раз перед тем, как остроумный ослик из книжки раскрыл дело, мне пришлось сделать короткий звонок. Недолго, 5 минут. Но когда я вернулась, Дейзи не было. Так, какое из этих предложений содержит ложь? Вечеринка была очень громкая, Дейзи перевозбудилась. Я прочитала историю детектива Ослика, чтобы вложить ее. Так, Ослик из книжки раскрыл дело, мне пришлось сделать короткий звонок. Вот. Вы уверены, что отлучались только на 5 минут? 5-6, какая разница, вернулась очень быстро. Так, список телефонных звонков. Вы утверждаете, что у вас не было всего 5 или 6 минут. Но миссис Армстронг говорит, что около 10 минут провела в комнате одна. А список телефонных звонков показывает, что вы оставались на линии более получаса, гораздо дольше, чем вы утверждали. Моя мать тяжело больна. Мне сейчас нелегко. Возможно, я забыла о времени. Когда я вернулась, Дейзи не было. Должно быть это совпадение. Нужно быть более точнее, Сюзанна. От этого зависит жизнь малышки. Зачем вы так? Я ничего не сделала. Я бы никогда не обидела Дейзи. Нужно проверить историю Сюзанны. Она запаниковала? Почему сейчас? Чего она боится? Что мне нужно сделать? Так. Больная мать. Чтобы проверить алиби мисс Моро, позвоните ее матери. Чё? Так, воссоздайте последнее событие. Давай создадим последнее событие. Так. Мисс Моро выходит из комнаты, чтобы позвонить по телефону. Так, похититель. Похититель приставил лестницу к окну спальни Дейзи. Потом похититель похищает. Похититель вот так. Похититель заходит через входную дверь. Так, похититель поднимается наверх. Ага. Ага, значит, смотри, делаем вот так. Делаем вот так. Делаем вот так. Вот так вот. И вот так. Оно, правильно? Е-бэй-бе. Я все-таки неплохой детектив. Ну, если б не я. Похититель пристал лестницу к окну комнаты Дейзи. И потом идет на вечеринку и растворяется в толпе. Откуда-то он знает, что Сюзанна вышла из комнаты. Открывает окно комнаты, Дейзи спускается с малышкой по лестнице и исчезает. Ага, врешь, падла. Это ты виновата. Надо проверить, подверит ли Армстронг. Давай проверим, давай. Только там позвонить надо, я уже не помню, какой там номер телефона. Так, больная мать. Чтобы проверить, или мисс Моро, позвоните матери. Так. Нет, не то. Думай. Так, давай нажмем подсказку. Хочу подсказку. Так. Так, телефон, телефон, телефона. Где телефон? Так, Джон Армстронг, Соня Армстронг. Так, что это? Сюзанна. Марго. Вот это вот позвонить, да?
5-5-5-21-40, а ну. 5-5-5-21-40. 5-5-5-21-40. 1-40. Во. Алло. Так. Алло, алло. Набранный номер вами в данный момент не обслуживается. Пожалуйста, повесьте трубку и снова наберите номер или свяжитесь с оператором. Номер, на который звонит Сюзанна, не обслуживается. Больница? Пошли ее застрелим, блядь. Все. Падла, что думала, что я не узнаю, да? Где девочка? Шкура. Доставай пистолет. Доставай пистолет. Давай ее застрелим. Повезло тебе. Побежали. Побежали. Побежали звонить в полицию. Хотя, погоди, я же сам Маш из полиции. Ну ладно. Тогда побежали, расскажем все. Миссис Амстронг. Так, звонок мисс Мору. Я поговорил с Сюзанной. Она звонила своей матери. Вот почему вы не встретили ее, когда заходили. Ах да, ее бедная мать. За несколько дней до того я пыталась позвонить ей. Но в больнице сказали, что она лежит так в коме уже больше 2 месяцев. Сюзанна сказала, что звонила своей матери. Хотя должна была знать, что мать в коме. Ага, ага, я же говорил. Падла соврала нам. Так, номер потом звоним. Марго больше не обслуживается. Хорошо. Ладно, побежали вниз. Блин, я задолбался бегать. Туда-сюда. Шныр курьера нашли, ты гляди, Илюша. Ну, может, хотя бы жопу покачаем. Да? Здорово. Так, телефон звонок. Мисс Мороз сказала, что звонила своей матери. Ну и что? Насколько я знаю, они очень близки, потому что бедная женщина больная. Необходимо экспериментальное лечение, пока недоступно во Франции. Так, телефон и звонок. Хорошо. Хорошо. Она точно говорила не с мамой. Да пошли ее застрелим просто нахер и все. Что она себе позволяет? Так, нажмите тап, нажмите тап. Иди сюда, падла. Так, есть, не сюда, сори. Я к вам еще вернусь. Ага, стоять боится. Так, телефонный звонок. Вы сказали, что говорили с матерью по телефону, когда Дейзи похитили. Мы уже обсуждали это, и я не следила за временем. И говорила по телефону дольше, чем думала. Но мама очень тяжело болеет. Ей пришлось уехать из родного Леона, потому что ей нужно лечение. Еще не одобрено во Франции. Она сейчас в больнице на специальной терапии. Каждый вечер звоню убийце, что она в порядке. Когда я вернулась, Дейзи не было. Никогда этого себе не прощу. Так, я не следила за временем, говорила по телефону дальше. Мама тяжело болеет, она сейчас в больнице. Я каждый вечер звоню убийце, что она в порядке. Я не следила за временем, говорила по телефону дольше, чем думала. Угу. Так, хорошо, я каждый вечер звоню убедиться, что она в порядке. Либо она сейчас в восточной больнице. Так, вот. Уверены, что звонили матери? Да, я звоню ей каждый вечер с тех пор, как в декабре ей стало плохо, да? Оплата лечения. Матери список телефонных звонков кома. Давай ей скажем про кому. Сюзанна, я вижу, что Дейзи очень дорога вам. Если это так, скажите правду. Вы не смогли звонить матери, ведь она в коме. Мама правда лежит в бостонской больнице, она правда в коме. Я говорила не с ней. Я звонила своему бойфренду. Но почему вы соврали? Почему он напуган? Так, он не связался со мной с вечера похищения. Я боюсь, что он как-то связан с исчезновением Дейзи. Что он просто меня использовал. Но клянусь, тем вечером я проговорила с ним. Да, где-то около получаса.
И он не мог похитить Дейзи, когда мы разговаривали. Но он мог отвлечь разговорами, что кто-то другой забрал Дейзи. Да. Но ведь понимаете, почему я солгала? Я боюсь, что вы заподозрите меня. Сюзанна, я бы хотела поверить вам, но вы усложнили все. Вы это понимаете? Господи, что же наделала? Важнее не то, что вы сделали, а то, что сделаете сейчас. Идите. Я сейчас вернусь поговорить с вами. Не лгите больше ради Дейзи. Больше не лги мне, либо я достану ствол и мэкну тебя. Но теперь расследую это дело, чтобы там не говорил капитан. Так, обыскать комнату мисс Мару. Открытка из цветочного магазина, подписана Н. Ниндзя. Это по-любому был ниндзя, отвечаю. Так, давай посмотрим. Что тут? Ничего, да? Ха. Ага. Так, все. Так, мыло, да? А нет. Очки. Очки, очко и тапочки. Ладно. Давай выйдем. Давай тут посмотрим. Угу. Что здесь находится? Так, думаю, Сюзанна испортила немного платочков. Чем много платочков, да? За этих несколько недель. Ну да. Так, брелок для ключей. Но без ключей. Так, маленькая шкатулка, судя по размеру, в ней могут храниться сережки. Зачем прятать ключ в шкатулку? Так, мы нашли с вами ключик. Интересно, кто же открывает этот ключик? Потайной сейф какой-то, да? Так, что это такое? Ага, детектив Ослик, да? Хорошо. А вот и ключик, да, наверное? Да, подходит. Но? Не выходит. Почему? А что мне нужно делать? Окей. Давай искать другую книжку. Хотя, по идее, должно подойти, я не знаю. Странно. Но сейчас попробуем еще раз. Может, я просто неправильно что-то кручу. Блин, сколько здесь у нее книжек. Так, хорошо. Давай попробуем еще раз. Давай, вставляй. Так. Почему? Что я делаю не так? Блин, как же медленно оно вниз спускается. Так, разнать больше. Ага, открыть книгу, закрытую ключом. Книга похожа на книгу, закрытую ключом. Стоит заглянуть внутрь. Так, я пытаюсь, но я не могу. Вы сами видите. Может, просто не этот ключик? Ладно, значит, этот ключик должен накрывать что-то еще, чтобы я нашел другой ключик, да? Так, давай смотреть. Давай смотреть. Киса, подскажи, почему я не могу открыть ключиком? Или реально что-то не так? Что-то не так делаю. Так, а ну? Хорошо, хорошо. Ладно. И выйти, да, не могу? Или могу? Нет, могу. Могу, могу. А пойдем с ней поговорим. Что она там скрывает?
Так, телефон на море, маленький ключик. Не знаете, что открывает этот ключик? Нет. Я как-то нашла его на полу и сохранила на случай, если кто-то будет его искать. Наверное, это был очень красивый букет. Кто подарил его вам? Садовник. Цветы уже увядают. Но я так не хочу выбрасывать. Номер, на который вы звонили тем вечером, больше не обслуживается. Я не понимаю. Это номер палаты моей мамы, который мне дали в больнице. Расскажите о вашем бойфренде. Давно вы вместе? О моем парне? Зачем? Он не имеет к этому никакого отношения. Прошу вас, Сюзанна, чем быстрее вы ответите на мои вопросы, тем быстрее мы закончим. Его зовут Нори. Мы встретились на вечеринке, он такой добрый и заботливый, но я скучаю по нему, ему просто съехать по делам. Он должен вернуться. Угу. Хорошо. Будет ли какая-то задача? Так, идем с тобой поговорим. Так, бойфренд мисс Моро. Вам что-нибудь известно? Я знаю, что она какое-то время с ним встречалась, а потом за ней стал уезжать какой-то мужчина на пикапе, когда у него был выходной. Она ни разу не уходила из машины, она правда говорила по телефону дольше обычного, последние несколько недель, но мы не собирались лишать ее свободного времени, но после того, как Дейзи, после похищения, она ни с кем особенно не общается. Я ненадолго. Так. Я же говорю, если я не буду успевать, то сори. Реально, тут текст чересчур сильно быстро. Так. Бойфренд. Выберите элемент, который соответствует словам полковника Амстернака. Я знаю, что она какое-то время встречалась с кем-то. А потом за ней стали заезжать. Вот это вот, да? Так, эти следы мог оставить пикап Сюзанны. Бойфренда. Хорошо, идемте дальше. Так, что мне нужно с тобой? No. Такая славная малышка. Так, давай поговорим с тобой, миссис Армстронг. А вы все стоите, да? Так, вы можете что-нибудь рассказать о бойфренде Сюзанны? Я знаю, что одно время она встречалась с нашим шофером. Потом она познакомилась с кем-то еще. Но имени я не помню. Хорошо. Интересно, а чего этот ключик? Давайте смотреть, может. Тут где-то кого-то что-то. Походу нет, да? Ладно, и что мне? Что мне делать? Куда идти? Опять назад в комнату? Блин, гоняет меня туда-сюда. Ну, навряд ли этот ключик подойдет, правильно? Даже пробовать не буду. Давай спустимся еще раз вниз. Так, угу. А к тебе? Так, я ненадолго. Не торопись-ка. Просто не торопись-ка. Хорошо, давай посмотрим. Следы машины. Открыть книгу с закрытым ключом. А я не могу открыть. А могу ли я выйти вообще, в принципе, отсюда? Могу ли я отсюда уйти? Так, ты скажешь мне что-то новенькое? Нет, не скажешь. И здесь ничего не могу сделать, и здесь тоже. Да-да-да, я в детстве была полицейская машинка. С полицейским участком. Ладно, давай еще раз попробуем. Ну, навряд ли, я не знаю, что это сработает. Нет, не выходит. Хорошо, давай смотреть, что я упускаю.
Блин, и котика погладить нельзя, да? Ну, в принципе, все. Я здесь везде закончил. Точнее, наша Гермиона здесь везде закончила. Можем уходить. Так, здесь закрыто, здесь камин. Ага, усище. Thank you very much. 2 из 4, да, на этой локации нашел. Хорошо, идем. Идем, осмотримся. Может, можно уезжать? Так, ага, меня сюда игра не пускает. Ладно. И что будем делать? Что будем делать? Так, уезжать, не? Что нужно? Что ты от меня хочешь? Ну, мы ж нашли. Или мне нужно следы бойфренда, пикап, хорошо. Что вы от меня хотите, скажите, пожалуйста. Уже вроде все обыскал. Ну да, дальше меня игра не пустит. А в доме я уже все вроде бегал. Так. Угу. Сюда тоже ты не хочешь, да, меня впускать? Здесь мы уже все осмотрели. Так. Я ненадолго. Алло, игра. Дай мне подсказочку, пожалуйста. Масюсечкую. Очень-очень массюсичкую подсказочку, да? Чем нам нужно тут дальше заниматься? Так, мисс Моро, хорошо, давай, бойфренд. I don't know. Кошары прикольные. Так, ну здесь нету ничего, да? Здесь мы тоже не можем. Все, я в тупике. Я в тупике. Ну мы вроде все уже... Ну кроме ключика. А где мне ключик искать? Где мне искать ключик? Книга. Книга. Похоже на дневник. Закрыта ключом. А как мне ее открыть, если у меня ключика нету? Чё мне надо? Что ты хочешь от меня? Так, сведения о бойфренде мисс Моро. Нужно выяснить, кто бойфренд мисс Моро. Сейчас его личность загадка. 3 из 4. Ага, четвертая, наверное, это книжка, да? Которую мы не можем открыть. А здесь больше нету ничего. Ну все, мы в тупике, ребят. Мы реально в тупике. Мой бойфренд, зачем? Он имеет отношение... Угу. Мой бойфренд. Мой бойфренд. Ну все, ребята, реально в тупике я. Три из четырех зацепка. Так, я ненадолго. В эту дверь меня не пускают. Сюда меня тоже не пускают. И куда нас пускают? Не понимаешь, я что-то упускаю, наверное. А что конкретно я упускаю? Блин, кроватка не открывается. Угу. Так, диск. Так, что от меня хотят? Что от меня, скажите, пожалуйста, ты хочешь? Так, escape.
Ага. Рюмзачок. Так, есть ключик какой-то? Что открывает этот ключик? Сундук, где хранится сердце Дэви Джонса. И карта черной жемчужины, где находится. Может, реально я что-то упустил? Может, реально я что-то упускаю? А ну. Так, давай смотреть. Давай смотреть, хорошо. А может сюда? Ключик нужно будет вставить. Ну, навряд ли, наверное. Хорошо. Дай сюда. Так, здесь нету никакой потайной. Потайной дверки случайно. Так, пари. Брелок для ключей, да. Но без ключей. Ну тут мы с вами ключик этот нашли. Угу. Блин, ну и все. А все. А как мне? Как мне этот открыть? Как мне открыть единственный блокнотик? Ну, не подходит он. Тыркой, не тыркой. Говорится, труси, не труси, все равно не подходит, да? Ключик нужно повернуть. Это реально бред. Ну ладно, допустим. Допустим, я этот момент упустил. Так, Сюзанна, посмотрим, о чем ты умолчала. Реально этот момент что-то как-то упустил. Гуляли в парке Сноу. Так. Он становится все менее скованным в моем присутствии. Я весь день болтала про свою работу. Рассказала ему, как люблю Амстронгов. Хорошо. День Святого Валентина. Мы снова ходили пообедать в Синюю Лагуну. Наш любимый ресторан. Сперва все было чудесно, но потом что-то пошло. А, потом что-то произошло. Но пришло сообщение на телефон. Не знаю, что в нем было. Он сказал, что нам нужно идти. Больше ничего не объяснил. Мы поехали куда-то в горы. Наконец-то остановились у какой-то хижины в Луши. Он сказал мне оставаться в машине. Не слишком-то романтично для Дня Святого Валентина. Так. Ноа подарил мне цветы. Он такой заботливый. Но все же сегодня мне показалось, что он холоден со мной. Надеюсь, у него все хорошо. Я хотела бы поддержать его, но боюсь нарушать его личные границы. Я давно не писала в дневнике, не было сил. Наверное, это моя последняя запись. Мою малышку Дейзи похитили. И Нуа не выходит на связь того дня, с того вечера, как Дейзи пропала. Он все говорил и говорил. Я оставила Дейзи слишком надолго, и теперь ее нету. Я думала, что она любит меня, но он больше не звонит. А, что он любит меня, но он больше не звонит. Хорошо, я не отвечаю на мои сообщения с тех пор, как Дейзи... Я не знаю, что делать. Я виновата, что Дейзи похитили. Понимаю, что Сюзанна не стала рассказывать мне про этого Нуа. Очевидно, когда он исчез, она поняла, что что-то не так. Хорошо, хорошо. Так, требуется объяснение. Попробуйте. Ага, пошли. Пошли, пошли, пошли. Ну и тоже подсказка, нужно... Перевернуть ключик, я что-то как-то и не догадался. А реально его нужно было просто перевернуть. Так, с тобой. Так, следы внедорожника в автомобиле были обнаружены около сада вечер похищения. Но вы такую машину, правда? Где он, Сюзанна? Если вам что-то известно, вы должны рассказать мне. Я знаю, о чем вы думаете, но это невозможно. Вот был очень мил со мной.
Он ни разу не делал ничего подозрительного. Мы ходили в ресторан, в кино, как обычная пара. Он не единственный человек в Беркшире с такой машиной. Так, я знаю, о чем вы думаете, но это невозможно. Он очень мил со мной, он ни разу не делал ничего подозрительного. Ходили в ресторан, как обычно, он единственный. А он не единственный человек с такой машиной, но... Ага, окей. Значит, он ни разу не делал ничего подозрительного. Вы уверены, что не замечали ничего странного, пока не исчезла малышка? Иногда у него были перепады настроения. Так, День Святого Валентина. В своем дневнике вы написали, что на День Святого Валентина но отвез вас в хижину в горах. Вы читали мой дневник? Мне жаль, но мы должны найти Дейзи. Мы обе хотим этого, поэтому да, заглянула в ваш дневник. Да, вы правы. Он отвез меня в хижину в лесу. Я ждал его в машине. Он вышел через несколько минут. Он был очень милый и долго извинялся. Так ничего и не объяснил. И мы вернулись за десертом в ресторан. Вы больше не ездили с ним в хижине? Нет, никогда. Так зачем было ехать в хижину в такой глуши? Он оставил ее в машине. Зачем он туда заходил? Я знаю, что это что-то важное. Так, с картой, которая лежит у меня в машине, могу сравнить маршрут. Давай попробуем. Give me карту. Так, думаю, благодаря сведениям Сюзанны я могу найти хижину на карте. Так, и каким образом мне это делать? Вряд ли она здесь. Так. Давай, так, чтобы открыть подсказку, давай нажмем. Город, из которого они выехали, находится слева. Окей, как мне двигать? Почему у меня ничего не движется? Ага, вот движется. Так, город находится слева. Вы хоть что-то понимаете в этой карте? Так, не похоже, что это было тут, да? Так, я плохо помню дорогу, но точно знаю, что мы уезжали из города. Пересекали два моста и густой лес. Интересно, где эти два моста и как они выглядят? Потом по полю... А, потом по левую руку было кукурузное поле. Дальше были деревья. Вряд ли она здесь. Два моста пересекали кукурузное поле. Дальше было много деревьев, наконец-то мы остановились возле хижины. Серьезно? А где тут два моста, во-первых? Как мост тут отмечается? Так, дай посмотреть. Так, ну желтый это типа кукурузное поле, да? Два моста. Ой, ребят, я использую подсказку, я как бы... Хижина находится в столбике G, H или L. Хижина находится в ячейке L4. Все, потому что это сейчас будет очень долго и нудно. Так, L4. Так. Ну вот, L4. Или I4. Нашла, хижина должна быть здесь. Потому что реально, это было бы долго и нудно. Там еще таким мелким почерком все написано, что я реально долго искал это все. Так, хижина. Надеюсь, не будет как в фильме «Хижина в лесу». Сейчас на нас никто нападать не будет. Вот это самая хижина. Надо взглянуть поближе. Так, давай, мы заходим. Алло? Есть кто живой?
никого. Не могу же я завалиться туда. Можешь? Можешь, у тебя есть ствол? Так. Без ордера. Зачем тебе этот ордер? У тебя есть пуська. Ты можешь выстрелить в замок. Сказать, что на тебя нападал медведь. И ты чисто случайно попала, корица, в замок. Не? Меньше. Мне ничего не надо с ним делать, не? Хорошо, хорошо. Во, надо посмотреть, что внутри. Бочка выглядит довольно крепкая, я могу бы на нее залезть. Во. Все, молодец. Давай. Опачки. Так. Бонжур. Бутылка из-под вина. Не так давно здесь кто-то был. Хорошо. О, старый охотничий трофей. Начал уже облазить. О! Ля, это же игрушка этой. Это плюшевая игрушка Дейзи. Если пушистик здесь, то похитили точно тут был. Я должна попасть в хижину. Пошли с ноги выбивать ее. Давай. Так, го-го-го. Заберем топор с собой. Так, для друга идеальное оружие против дверей. Yeah, baby, go. Дейзи, я бегу. Спасать тебя. Не хочу тебя, конечно, расстраивать, но если ты будешь так держать топор, как она держала, то ты не выбьешь эту дверь никогда. Так, взгляни-ка, сломанный замок, надо расследовать. Кажется, здесь раньше кто-то играл. Так, продолжаем. Какие-то коробки, интересно, для чего они... Для запаковки. Так, сколько инструментов? Должно быть, кто-то заметил, что хижина... Что хижина что? Почти разваливается, да? Да-да-да. Так, печка холодная, здесь давно никого не было. Держу в курсе, вот такие вот буржуки остывают буквально там за час, так что... Возможно, он час назад здесь был. Так, хорошо. 38.92. По-любому пароль какой-то будет, да? По-любому будет какой-то пароль. Так, жесткая щетка для волос. Неужели Сюзанна все же заходила внутрь? Неужели все-таки она заходила? Так. Это пушистик, точно он. Это по-любому пушистик. А это наше усище. Усики, пропуск. Так, это бутылка из синей лагоны. Пропуск в трусики. Так, хорошо. Все, мы все обыскали. Или что-то мы упустили с вами. Давай смотреть. Давай смотреть. Блин, музыка такая нагнетающая. Ну все, больше вроде ничего нету. Так, что нам нужно? Что нам нужно? Нужно выяснить, что спрятано в хижине, чтобы узнать, что с Дейзи. Ага. А я уже все осмотрел. Все, что мог, то я смотрел. Может, как обычно, я что-то упускаю. Но вроде мы с вами все осмотрели, да? Там здесь кто-то играл, печка холодная. Ага, вот, здесь на полу царапины и потертости. Так, наверняка диван часто двигали. Думаешь, там потайная дверь?
Шикс. Да ты шо? Это я просто смартфон, я тебе отвечаю. Так. Ой, это ловушка. Если двинусь с места, бомба взорвется, хотя бы судя по отчету. Шо, подсказка. Подсказка. Так, чтобы открыть подсказку, давай. Символы на трех колесиках должны совпадать. Символ 5 не соответствует ни одному из колесиков. На верхнем колесике должен быть выставлен символ 3. Так. 3. А тут 3 нету, да? А не, есть 3. Так. Ну. Алло. 3. Может, 1 и 2? А, эти должны совпадать. Как его? Понял. Вот эти, да, вот штуки должны совпадать. А здесь должна быть единичка. Ну все. Все совпадает. Так, что нужно делать? Перерезать провода. Так, давай смотреть. Ага. Все, хорошо. Упс. Ну. Так, поскольку я рассказываю эту историю мистеру Пуаро, вы, наверное, догадались, что я не погибла во время взрыва. Посмотрим, удалось вспомнить, как я обезвредила бомбу. Хорошо, хорошо. Окей. И что это мне дает? Давай смотреть. И что это мне дает? Ладно. Раз. Бля, угадал среднюю, да? No. Прикольненько. Я понял, мы тут застряли с вами надолго. Но средненькую я понял, хорошо. Хорошо, давай средненькую. Да? Средненькая подходит. А здесь какая? Так, дай посмотреть. Почему здесь средненькая подошла? Может, это? Да. А тут по-любому должна быть... Это, слева. Да. Хорошо. Так, средненькая, последненькая слева. Так. О, пока что все неплохо. Ничего себе, неужели я так было близко... К смерти, да? Так. Эти стежки направлены в сторону баллонов. Я чувствую сильный запах. Кажется, они до кров наполнили эфиром. Он очень легко воспламеняется. Кажется, похитители хотят поднять эту хижину в воздух. Если кто-то откроет деревянный ящик, я должна открыть его. О, нет, Дейзи. Ага, Дейзи была в ящике, да? Так, я доложила и больше ничего не могла сделать. Угу. Жалко, Дейзи. Так, команда криминалистов прибыла через час. Отцепила хижину и приступила за работу. Так, отпечатки пальцев, ДНК, жидкости и любых, как говорится, зацепочек. Они забрали тело Дейзи. Утром проведут вскрытие.
Но мне надо было сделать еще одну вещь. Рассказать родителям, да? Ой, а можно не так пафосно идти? Мистер и миссис Амстронг.